другая. Вот и другая. Эй-эй, ребята. Ну, естественно, как же Речи Посполитой междувоенной. Игнаций Иоанн Падеревский. Дата вот его жизни. Президентом он был недолго, но, как мы соответствующим обращается к зрителям типа. Но там вот какая-то надпись на пять невыразно. Возможно, это Нептун. Посередине. Тут продавлено, провалено. Вся лестница из хорошего камня. Не из бетона. Из таких вот блочков выложено. Но даже они проседают и отваливаются. Меня более интересует. Таким образом они там появились. Как видите. Помник природы. Это цікаво. Чем он помник природы? Но самое подозрительное не это. Прошу пана, не нагребаем. Алло, не нагребаем. Для чего? Шмата. Интересно, что даже вот в этой тени вон плавает, где вот качка. Ее не смущает это покрытое. Это, скорее всего, опавшее с деревьев, нанесенная ветром листва. Вот и тут маленькие качушки. Ну, когда мы уже поселились, он уже был, существовал. То есть это все работа еще ПРЛевских инженеров и архитектора. И надеюсь, что нам тут удастся подняться, пройти около стен. Если не удастся, придется обходить. Вот я вижу, тут лесенка есть. Алычи. Последите сказочные. Так сказать, стены замка. К этому источнику прилетают тахи. И пьют тут воду.
прилетают новые голуби, попьют и отлетают за ними другие. Они наслаждаются прохладой этого источника. Прочитаем. Что же на этом? Ну, всякие рыцарские причиндалы. Мечи, гербы и все такое. Естественно, этот с коронка. Ну, это оно должно носить вот Жозефу Понятовскому. Стелла, известному правителю Польши. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 с половиной. Ну, это метров 8 она, вероятно, эта колонна. Была конструкция, выдается за, значит, цельный кусок мрамора, выбитый и, так сказать, не выбитый, а вырезанный, отшлифованный в свое время. Но везде вкрапление металла. Ясно, что тут вот наверняка, если бы просветить, то мы увидим. Хотя она могла быть вкраплениями на определенных участках Хицинского. Отмечаем дату еще раз, 1644 год. Экспрессионные мероприятия все-таки обнаружили интересную вещь, как стволы разваленных из различных первой и второй колонн Зигмунда, который имеет оригинальную конструкцию, и их происхождение тоже несет соответствующие тайны. Спасибо всем. Ставьте лайки и дизлайки, подписывайтесь на канал. Уверен и приглашаю всех. В дальнейшем будет еще интереснее, и еще ждет нас масса открытий и всевозможных достопримечательностей польской столицы.